сколько будет работать спасателей? Два спасателя, сегодня всего у нас 4 в смене, они 2 через 2 работают. Квалификацию спасателей и медперсонала проверяют в первую очередь. На информационном плакате эти специалисты указаны, и комиссия не обошла этот пункт стороной. После – документы на водолазное обследование дна пляжа, чтобы отдыхающие не получили травмы. И самое главное – заключение из Роспотребнадзора, что качество воды и песка соответствует нормам. Как говорят проверяющие, пляж – это не просто водоем, а объект со своей инфраструктурой. Пляж должен в первую очередь быть оборудован санитарно-гигиеническим оборудованием именно. Контейнерными площадками, урнами, должен иметь биотуалеты, должен иметь в обязательном порядке медицинский пост, укомплектованный специалистами в области здравоохранения, должен быть обязательно укомплектован спасательным постом. Плюс ко всему кабинкой для переодевания, теневая зона, скамейки и зоны отдыха. Сам же водоем должен быть зонирован. Буйками обозначена зона купания для детей и для взрослых. И само собой, пляж должны ежедневно убирать. У собственника контракты на это есть, как и на вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов. Ко всем проверкам пляж начали готовить заранее. Антон Трушин, собственник, в этом деле уже 7 лет, поэтому все оперативно предусмотрел. Единственное, что паводок немного задержал, потому и начали с майских праздников. У нас каждый год стандартно проходит процедура, это обследование водолазов, далее это исследование воды, песка и подготовка пляжа, это очистка его после паводка от травяных наносов или от веток, от деревьев, просеивание песка по возможности, уборка мусора, это стандартный круглый год проходит, но к пляжу мы там более тщательно это проводим. Пляжный сезон в Рязани стартует с 1 июня. Будет работать 4 пляжа. 3 на Барковском карьере и 1 на реке Старица в районе Лысой горы в поселке Солоча. Полюбившийся городской пляж на Ореховом озере откроется только в следующем году, обновленный. Так как у нас проходит реализуется проект благоустройства территории лесопарка и озера Орехово, вести пляж в этом году на озере Орехово, к сожалению, не представляется возможным из-за проведения работ. Но мы надеемся, что в следующий год он уже у нас будет проведена реконструкция. Этот пляж будет более современный, комфортабельный и понравится нашим жителям. Управляющий уверяет, что пробы песка и воды будут брать ежемесячно, чтобы отдыхать было комфортно. 26 мая комиссия проверяет 3 барковских карьера. 29-го отправится на 4-й пляж в Солочу.